Всем привет! Решила сделать распаковку товаров с Wildberries. Никогда там не заказывала, сейчас проверим, что я там заказала. Первая покупка моя была чайник. Такой вот чайник я там была заказала. Вот такой в ретро-стиле. Ну что ж, приступим. Так. На кухню я заказала вот такие вот ручки. Здесь в комплекте 8 штучек. Потом покажу, как будет оно смотреться. Вот такие. Вот. Так, сейчас проверим. Все правильно, 8 как и надо. Дальше. Вот такие вот носочки новогодние. Две штучки. В пакете, кстати, там дают бесплатно. Вот такой вот новогодний плед. Я давно хотела новогодний плед, вот решила в этом году заказать. Сейчас посмотрим. На 220 он. Качество супер. Вот такой вот плетик. Классный. Дальше идет фен. У меня нет фена, а о таком я мечтала. Будем распаковывать. И вот пузырочки. Антистресс. В комплекте здесь 5 насадок, магнитный держатель. Так, сейчас. Такая насадка. Такая. Супер! Такой длинный шнур, с ума сойти. Сейчас проверим. Блин, это что? Вот это и он дует. Он так негромко работает, просто супер. Реально классный. Последний такой вот новогодний фонарь, я бы сказала. Вау, капец, ген классный. Сейчас посмотрим, как он работает. Можно включать, он на батарейках. И тут в комплекте идет такой вот провод. Можно и от сети работает. Также здесь можно включить музыку. Классно, да? Тут идет несколько мелодий. Что я хочу сказать, все пришло в целости и сохранности, поэтому пока я Wildberries довольна.